В Уральске открылся дилерский центр в новых стандартах Kia. В честь этого состоялось большое праздничное мероприятие. Сегодня Kia выходит за рамки производителя автомобилей и становится брендом новой эпохи мобильности. Дилерский центр поменял внешний облик, изменилась философия бренда. Теперь представители Kia нацелены вдохновлять людей двигаться вместе с брендом, идти в ногу со временем, создавая высокотехнологичные машины. Гостям представили обновленную модель Kia Seltos. Элегантный кроссовер легко отзывается на команды водителя. Преимущество этой модели в универсальности. Автомобиль может иметь привод как на переднюю ось, так и систему полного привода. В обновленном центре представлены и другие модели. Опытные менеджеры всегда готовы подобрать ту модель, которая подойдет именно вам. Открытие дилерского центра – это одно из первых, ну не самое первое, но одно из самых первых открытий по новым стандартам. И оно позволяет нашим клиентам почувствовать настоящую атмосферу вот именно нашего бренда, всей философии нашего обновленного бренда. Обновленный дилерский центр Kia ждет вас по адресу город Уральск, улица Шолохова, 11/4.